Добрый день, дорогие друзья. И еще одна история. История Давида, 3,8 года. Консультация 25 апреля 2019 года. Диагноз – ДЦП, спастическая параплегия. Ребенок в 3,8 не сидит, не ползает, не ходит. Сильный тонус в руках, ногах. Почти не говорит, сильный тонус языка, лицевых нервов. Очень чуткий сон, долго засыпает, реагирует на каждый звук, что примечательно и важно. Через 30 минут с начала сна вздрагивает, просыпается, кричит. Все не случайно. Мы начали работать с Давидом в апреле. Центральная нервная система поддается лечению не очень быстро. Мы подняли кармическую историю Давида. Это оказался известный американский политик, который был убит выстрелом в голову и который инкарнировал в тело ребенка. Так как он очень торопился в тело 20-летнего парня, чтобы сообщить свои политические новости населению, то произошел сбой во время беременности, и психические структуры сформировались неправильно. После отработки кармической истории пошел процесс восстановления. С Давидом много занимаются родители. Есть ипотерапия, есть другие виды терапии. С ним начали работать плотно. У него стал получаться пальчиковый захват. Давид вообще очень быстро пошел в развитие. Он начал реагировать на все новое. У него начали работать хватательные функции. У Давида, сейчас я открою хронологию изменений, у Давида изменилось питание, и что самое важное, для людей кажется вот очень просто взять, например, откусить огурец. А на самом деле, когда у ребенка сведены мышцы, то даже маме было тяжело ко рту что-нибудь поднести. А тут Давид теперь может кушать огурец сам. Более того, последняя новость, она просто вызвала у нас слезы. Давид пополз. Представляете, первые 7 метров дались тяжело, но ребенок пополз. И вот если взять 25 апреля, и вы слышали то, что я зачитывала, и мама сообщила о том, что он пополз 19 июля, она написала: «Наталья, девочки, редко пишу, тут не могу не поделиться. Наш Давид начал ползать на животе, сам пытаться, осознанно, 6-7 метров без остановки. Просто для ребенка с ДЦП это мега сложно. И обычно все через силу. На видео видно, что ему тяжело, но он видит цель и двигается. Это нечто. Благодарю». Труд, да? У ребенка каторжный труд. Очень интересную историю мама рассказала. Муж типа не верил, все улыбался. Это про то, что там душа Кеннеди. А потом месяц спустя где-то Давид игрался с телефоном мужа. А я там фото Кеннеди закачивала ранее, нужно было. И оно было где-то пятое или шестое с конца. И Давид установил в Инстаграм мужа это фото. Кеннеди поставил статус «Лучшие друзья». Вот тут у нас мурашки пошли. Нашел именно это фото и показал нам, что он – это он. На сегодняшний день Давид активно интересуется девочками, проявляет интерес к детям, занимается с родителями, медленно, но верно восстанавливается. Это длительный процесс. По ДЦП душа не обещала быстрых перемен. Она вообще обещала начало результатов там к трехлетнему сроку, но процесс идет.